Я дерево, я с каждым днем сгораю по ветке и умру, настанет час. Со смертью никогда не совладаем, и время не вернет к истокам нас. По высшему закону жизнь мгновение. Но что с того? Мы будем на земле, в очередном вернемся в воплощение, чтоб жить толково, чисто, не во зле. Ответственность нести за все деяния, борясь с собой, чтоб волю владеть, и научиться чувству сострадания, и больше не бояться слова смерть. А если принял ты свое решение, нет жалости к себе, обиды вон, стань сильным духом, выиграй сражение, ты можешь лучшим стать в цепи времен.